Вся наша жизнь – учеба. Мы учимся ходить, говорить, учим буквы и цифры в детском возрасте. Изучаем различные предметы в школе. Серьезные дисциплины для освоения ждут нас в вузе. Тут-то и начинается самое сложное. Как среди всего многообразия высших учебных заведений выбрать достойное? Нерюнгринский район каждый год насчитывает более 500 абитуриентов. Из них 80% нацелены на то, чтобы поступить в вузы Центральной России и Сибири. Но зачем? Вот простая математика. Гарантия поступить на бюджет в СВФУ значительно выше. В других вузах страны количество бюджетных мест ограничено, поэтому обучение в год составит около 90 тысяч рублей. Ежемесячная академическая стипендия в СВФУ – 5750 рублей. Стипендия в вузах Центральной России и Сибири составляет примерно 2000 рублей в месяц. Федеральных университетов в России всего 10, и только студенты федеральных вузов получают повышенные государственные стипендии правительства, а это еще плюс 10 тысяч рублей в месяц. Повышенные стипендии в других вузах страны в среднем составляют 2000 рублей. Еще одним плюсом обучения в нашем вузе является отсутствие необходимости платить за жилье. Обучаясь в другом городе, за койко-место в общежитии вы отдадите в среднем 700 рублей в месяц, снимая квартиру или комнату – 10 тысяч рублей. Немаловажным является и удобное расположение вуза. Добираясь до СВФУ, вы потратите 0 рублей. Проезд до образовательного учреждения в другом городе обойдется вам минимум 70 рублей в день. Подведем итоги. За учебу в СВФУ вы отдадите 0 рублей. Получите 189 тысяч за год. Если выбрать самый бюджетный вариант проживания в другом городе, за учебу в вузе вы отдадите в год примерно 123 600 рублей. Получите всего 48 тысяч. Так же, как и в других вузах страны, мы гарантируем качественное профессиональное образование, трудоустройство, возможность участия в конкурсах и грантах, научных конференциях различного уровня, яркую студенческую жизнь. Так стоит ли переплачивать? Решать вам. СВФУ – формула твоего будущего.